ТикТок я пришел из Фейсбука, здесь для меня все вновь. Вот буквально вчера я узнал, что, оказывается, ТикТок дает предпочтение более продолжительным видео. Вроде бы он вступил в конкуренцию с YouTube, и поэтому, значит, дает просмотры более продолжительным видео. Поэтому я уже буду давать не по одному эквиваленту, а по несколько. Ну, давайте по пять. Значит, будем искать казахские эквиваленты русских выражений, которыми пользуются русскоязычные люди. В изучении языка это очень важно. Быстрая реакция в данный момент. Так вот, как сказать «тише воды, ниже травы»? Ответ – «бетегеден биик жусанан аласа». Как сказать «знать, как свои пять пальцев»? Да, точно так же. Без совсяктай блю. Следующее очень распространенное выражение – «Бог любит Троицу». Ергезек шкудин. И последнее, пятое. Как сказать, и на старуху бывает, проруха. Казахшау, ондай-ондай, хангызында да болады.